Уборка города – привычная задача для сотрудников МУП ККП. Работники организации буквально разгребают остатки прошедшей зимы. Это залежавшиеся ветки, мусор и бытовые отходы. На время общегородского субботника во дворы выходит и административный персонал, сотрудники цехов и отделов компании. 80% территории уже приведена в порядок. Большую работу мы сделали осенью. Я имею в виду, объем листвы был убран именно с осени. Сейчас вот веточки, это самое что-то, ну, бумаги, пакеты, все это убирается. 13 апреля компании помогли сотрудники предприятия «Атомтранс». Совместными усилиями удалось привести в порядок несколько дворов третьего микрорайона.